В субботу экскурсии, книгообменники, арт-маркет, шагающие оркестры и мастер-классы. Главный день романтического фестиваля обещает быть очень насыщенным. Основные мероприятия начнутся с часа дня и закончатся только к утру воскресенья. Действия развернутся в Александровском саду на набережной Грина и на пешеходной части улицы Спасской. В 13:00 там, например, выступят музыкальные коллективы города и пройдет шагающий оркестр. Музыку разбавит чтение стихов и флешмобы. Там же для гостей праздника будут организованы книгообменные зоны, открытые уроки от художников, танцевальные мастер-классы, музей под открытым небом, арт-маркет и многое другое. В 2 часа начнется экскурсионный квест. В 7 вечера на ступенях набережной Грина запланирован концерт джазовых музыкальных коллективов, массовый флешмоб, а в шахматном домике состоится свободное чтение стихов, и продлится оно до утра воскресенья. Фестиваль нейромантики на Вятке проходит в Кирове уже в 5-й раз. Он посвящен творчеству писателя и земляка Александра Грина.